Здравствуйте всем, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшнее видео про котенка по имени Васька. Ну, или про кошку по имени Василиса, как мы потом узнали. Эта история началась с того, что один раз вечером, гуляя с собаками, на одной из мусорок я увидел маленького котенка. Этот котенок, ну как маленького, он не совсем был маленький, такой подросток, но он был в очень нехорошем состоянии. Он был весь больной. Больной и дикий. Он не давал взять себе в руки, он не давал даже подойти к себе близко. Подойти к нему близко можно было только, если ты стоишь за маленьким заборчиком. Там есть такое ограждение, где-то примерно метр высотой, если ты подходил к нему, то он подходил к тебе близко. Но как только ты обходил этот заборчик с другой стороны, он тут же убегал в кусты. Кусты очень густые и длинные, и с них есть много выходов в разные стороны, поэтому поймать его вообще никакого шанса не было. Ну, нужно было его лечить, потому что на самом деле состояние у него было очень плохое. Как мы обычно делаем в таких ситуациях? Ну, мы даем лекарства. То я беру кошачий паштет, делаю из него такой небольшой шарик, внутрь кладется лекарство, таблетка, и дается этому котенку. Примерно где-то давали лекарства 5 дней. Состояние его становилось все лучше и лучше, как бы насморк уже прошел, и так получилось, что он где-то через 5 дней он пропал. Ну, как бы не было его. 2 дня мы его не видели, через 2 дня он появился, и появился, ну, не в таком же состоянии, как мы видели его первый раз, но он был не в хорошем состоянии. Он был опять весь больной, опять у него были сопли. Ну, как бы даже не так страшно сопли, как то, что он хрипел. Он подхрипывал, когда он дышал и мяукал, был слышен хрип. И это было совсем плохо. В общем, поняли, что не получится его вылечить на улице, и надо было его каким-то образом ловить. Ну, за 5 дней мы его более-менее прикормили, в руки он не давался, но, во всяком случае, он уже не так сильно пугался нас. Пошли отлавливать его. Идем на охоту ловить кошку или кота. Он весь сопливый. Пытались его лечить антибиотиками, но так получилось, что не помогает ничего, и он подхрипывает, поэтому... Надо его ловить. Но все равно попытаемся. Не было у нас специальной клетки-ловушки для того, чтобы его поймать. Ну, маленького котенка можно поймать переноской. Как мы обычно делаем, ставим коробку, вовнутрь ставим консерву, несколько кусочков набросали наружу, ну, как бы на выход, и ждем. Как только он заходит туда, поднимаешь коробку в вертикальное положение и закрываешь. И потом самое главное, чем-то закрыть коробку каким-нибудь там покрывалом для того, чтобы, ну, для того, чтобы ему было спокойнее. Глубоко. Глубоко. Потому что он там
пойдем. Истеричка. Ты даже не представляешь. Куда ты попал? Поймать получилось его довольно-таки быстро, ну потому что мы, в принципе, его уже прикормили и забрали его домой. Домой забрали, пересадили его в нашу клетку-больничку. Там есть, ну, там есть место, где спать, и есть лоток с песком. И так мы его держали там еще один день для того, чтобы он успокоился. На следующий день покупали его, конечно, таким сбоем, но потому что все-таки как кошка, уже увидели, что это кошка, и назвали ее Василиса. Она, конечно, была очень дикая. Ну и следующие два дня примерно я был укротителем тигров. Ну, как бы у меня уже было несколько таких диких, совсем таких диких котят, но их хватает обычно на два дня. Ну, потом все. Как бы они понимают, что, ну, нет смысла бороться. Поэтому через два дня она уже успокоилась. Конечно, она еще подшипивала иногда, но, в принципе, она уже давалась в руки, она уже бегала по дому, уже было все хорошо с ней. Еще через 4 дня уже не было никаких хрипов, никаких соплей, и котенок был уже полностью абсолютно здоров, но она стала почему-то прижимать ухо. Такое было впечатление, что у нее ушной клещ, но выделений никаких не было. В общем, решили мы отвезти ее к доктору, потому что все равно, как бы в ухо не заглядывал, я котенку без специального прибора все равно рассмотреть нельзя, есть воспаление или нет. Роберт, ты же вроде чистый, ты можешь посмотреть? Половила ее. Посмотреть, может, что-то внутри, так-то мы не видим, но... Ну вот, я готовлю сейчас специально. Потому что внешне ушки чистенькие, абсолютно. Чистые, чистые. Знаешь, прижимать вот так прям низко-низко, знаешь? Угу. Но я не могу сказать, что ей... Прекрасно ест, прекрасно писит. Я как перестраховался вообще. Сейчас Вика будет говорить что-то. Абсолютно здоровые чистые ушки. Абсолютно вообще. Даже намека на... И вот видишь, как прижимает? Да, да. Это смотри, что-то... смотри, как она прижимает. Ну, прижимает. Вот да, так. Да. Нет. Ухо абсолютно в порядке. Она почесывает это ухо? Нет. Только прижимает. Прижимает. Да. Давайте посмотрим, что у нас в ротовой полости. Еще такое поведенческое может быть ушко. Но уши абсолютно здоровенькие, абсолютно в полном порядке. Это же девочка, правда, Роза? Да, девка. Ты что, Вика? Ну, видно, что она девочка по мордочке и по окрасу даже. Ого, переживает. Ты чего так волнуешься-то? Как вы ее назвали? Скажи? Василиса. Василиса? Премудрая или прекрасная? Ну, подожди, подожди. Ну я вот вижу, выделение еще есть, но вы говорите, нее... что уже значительно меньше. Ой, конечно, у нее все черное. Все лицо было в коросте, сейчас уже меньше. Очень хорошо. Значит, я бы вам порекомендовал, чтобы уже полностью, чтобы не перешло в хроническое. Потому что у них хренит и вообще все, что связано с воспалениями вирусными. Хорошего. Спасибо. Хороших выходных. Да. Спасибо. С праздником. С праздником. Счастливо. Удачи вам, ребят. Да, будьте здоровы. Берегитесь. Ну что, перестраховался? Ну, немножко. Конечно, я перестраховался, но она просто ухо начинала прижимать. Поэтому я хотел проверить, чтобы на 100%. Ее там не видно, она все из-за это. Я же хочу домой, отстаньте от меня. Все, идем. Все, сейчас идем домой. И у нее есть еще насморк. Надо дать еще антибиотики на еще неделю. Ну, продолжать 10 дней всего. И после этого все, как бы она будет готова к новому дому. Ну, как-то так. Все. Ну, в общем, короче.
все идет нормально, все по плану. Зачем она загибала это ухо, я так и не понял. Ну, в общем, все было с ней хорошо, забрали и поехали домой. Закончили мы курс антибиотиков, она была полностью здорова, и стали искать ей дом. Позвонила женщина, которая сказала, что хочет Василису к себе домой. И когда мы стали задавать вопросы и разговаривать, то мы поняли, что она практически наша соседка. Она живет в нашем же городе. Договорились на следующий день вечером отвезти Василису к ней. Сегодня мы везем Василису, Ваську, в новый дом. И мы даже знаем, как ее зовут. Ее будут звать Ляля. Они уже придумали ей имя. Поэтому все. И очень хорошие люди. И так получилось, что мы их даже знаем. Так вот, такой вот маленький мир. И иди сюда. Иди, иди, моя красавица, не бойся. Вот она, моя красотка. Уходи с тобой, красотка. Вот она. Это Васька. Да? Привет, Вася. Такая чуть-чуть перепуганная. Ну не бойся. Да, Василиса? Все, по традиции, напутствие. Так, как там по напутствию? Диваны не рвать, а писать только в коробочку. Быть хорошей девочкой. Ты все поняла? Какие уши у нас, красавица. Все, ты все поняла? Все, идешь в новый дом, у тебя будет свой человек. Причем очень хороший. Да, веди себя прилично. Будь хорошей кошечкой. Конечно, Василиса, она из-за того, что она, в принципе, очень пугливое новое место, испугалась, забилась в угол, такая вся из себя была перепуганная. Но буквально через там несколько часов они прислали нам видео, как она уже играется, а на следующий день она уже вообще полностью освоилась. За один день она уже не боится. В общем, все с ней будет хорошо. Я не сомневаюсь. Вот так закончилась история кота по имени Васька. Ну, кошки по имени Василиса. И все, все с ней будет хорошо. А на сегодня все. Удачи всем, берегите себя. Всем пока. Ну все, 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 все. Ты же знаешь, ты же все равно. Все, все, все. Да, дикая, ты дикая кошка. Дикая, дикая кошка. Да, дикая.